Очередной масштабный ремонт в Орле грозит обернуться громким уголовным процессом. Приемка улицы Октябрьской зашла в тупик, а мэр и подрядчик обменялись обвинениями. Неожиданным итогом приемки улицы Октябрьской стала беседа мэра с представителем подрядчика. В ней градоначальник призвал своего оппонента высказать свои подозрения публично. Разговор происходил вдали, от СМИ, но был снят сотрудниками мэрии. Я от вас требовал личных денежных средств? Не могу сказать. Это надо решать своим руководством. Не понял. Конкретно скажите, либо мы сейчас отсюда прекращаем приемку и едем в Следственный комитет. Следственный комитет Юрий Парахин действительно съездил и даже разместил в соцсетях копию своего обращения. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области подтверждает поступление 11 октября 2021 года обращения Парахина Юрия Николаевича. Данное обращение находится на рассмотрении. В интервью нашему телеканалу градоначальник заявил, жертвой провокации он стал из-за претензионной работы, которую мэрия ведет с подрядчиком. А обвинение в получении откатов – месть за принципиальность. Подрядчик распространяет информацию о том, что я, либо сотрудники администрации, за выполненные работы, либо за перечисление денежных средств, брали денежные средства в качестве вознаграждения. Распространять информацию о том, что нами или сотрудниками администрации, или мной лично берутся деньги за выполненные работы и намеренно затягиваются исполнение работ и приемка данного объекта, я считаю, что это недопустимо. Кроме всего прочего, по результатам сегодняшнего осмотра и приемки, хочу сказать, что принимать в данном виде, в котором сегодня есть данный объект, это преступление. Представитель подрядчика хоть и согласился на интервью, ничего толком не пояснил. Как можете прокомментировать данную ситуацию? Мы никогда не занимаемся провокациями, и никаких провокаций никогда в будущем не планировали проводить. Я думаю, во всем разберутся компетентные органы. Притязания денежные, они имели место все-таки? Я пока ничего не могу по этому поводу конкретно сказать. Я думаю, во всем разберется следствие. Вы в органы следствия подавали какие-то заявления, как-то указывали о том, что есть коррупционные проявления против вас? Я еще раз говорю, во всем разберется следствие. Мы будем следить за развитием коллизии и выводами правоохранителей. Иван Суверин, телеканал «Первый областной». Это методические указания.